Сегодня у нас в гостях Дамир Кушаев. Мы его знаем уже по многим нашим передачам. Это такой человек, увлекательный велопутешественник, но он еще и пешком ходит по нашей стране, собирается идти еще дальше, за ее пределы. Но мы хотели бы сегодня начать нашу передачу с Дня Абая. Только сейчас мы вернулись со съемок, где Дамир дал интервью многим телеканалам, как он это видит популяризацию Абая в нашей стране. Тем более президент недавно сказал, что нужно популяризировать вообще Абая за рубежом, что и делает Дамир. Но, впрочем, он сам расскажет. Дамир, добро пожаловать. Расскажи. Добрый день, да. Буквально вот неделю назад я вернулся с Турции, где закончился наш велопробег, приуроченный к 30-летию независимости. Первая задача – это была 30-летие независимости, потому что в этом году также страна отмечает юбилей 30 лет независимости Казахстана. Многие спрашивают, почему Турция, зачем в Турцию? Потому что Турция в 91-м году первой признала независимый Казахстан. Отдать дань уважения братскому тюркскому народу. Это первое. Второе – это популяризация Казахстана, Туркестана, потому что проехаться, и тебя увидят миллионы турков, казахстанский флаг, и будут спрашивать, а зачем и куда, и объяснять о Казахстане, рассказывать. Это тоже много стоит. В целом рассказывал о Туркестане, рассказывал о Кызылординской области, рассказывал о Алмате. Все уже, в принципе, знают наш Нур-Султан, потому что это столица Казахстана, он всегда в новостях. Третья задача – это было посещение памятников, популяризация Абая. Как очень так заметил и приятно было, что наш посол в Анкаре, Абзал Сапарбекулы, проделал очень большую и масштабную работу именно по пропаганде, по популяризации Абая в Турции, что, ну, я откровенно не ожидал. Я видел из соцсетей, что это памятники, что это там открывали парки. Ну, когда приехал и увидел масштаб, что это помимо парков и памятников, это школы имени Абая, это улицы имени Абая. То есть, я говорю, это очень большую работу наш посол проделал в пропаганде. И, как вы ранее заметили, правильно, да, наш президент Касым-Жомарт Токаев сказал, дал поручение, что произведения Абая, чтобы за рубежом продвигали, чтобы больше людей узнавали о великом Абае. Сегодня, да, 10 августа, с чем нас всех и поздравляю. Сегодня день рождения великого Абая Кунанбаева, сына казахских степей. Как многие знают, нас по прошлому проекту из телеканала Туран ТВ, что мы с моим братом Даулетом прошли пешком из Алматы до Семей. Это был 2020 год и 175-летие великого Абая Кунанбаева. И я считаю, мы с задачей справились по Турции. То, что приурочили к юбилею, мы это все сделали. А популяризацию Казахстана сделали. В Турции о нас узнали, нас услышали, нас увидели. Турецкие телеканалы, соцсети нас осветили. Памятники, объекты, все, что связано с Абаем, я это сам посетил лично, убедился, да, действительно, это все есть. Я только, как говорится, низкий поклон остается сделать нашим братьям-туркам за такую работу. И также поблагодарить нашего посла в Анкаре, потому что очень большая работа была проделана. Я благодарен Дамиру. Благодаря таким патриотам и вот таких странах, как Турция, многие узнают о Казахстане, особенно о нашем поэте, о нашем просветителе Абая Кунанбаева. Но мы тоже не сидели сложа руки. Наш телеканал провел две экспедиции буквально в этом году. Мы прям прошли по местам Абая, где он родился, караул, его родину, поселок. В общем, очень интересные передачи были. Поэтому, Дамир, большое-большое спасибо. Я вернусь немножко на месяц-полтора назад. Мы тебя провожали с Туркестана. Было очень помпезно, красиво. Руководство области в этом проявило большую заинтересованность и помогло. Но тогда я тебя провожал, ты в рубашку-то не влазил. Да, ты как-то, по-моему, похудел, да? Есть такое, да, похудел, потому что в первый день пребывания в Стамбуле я уже понял, что мне очень придется тяжело, потому что ехать на груженном велосипеде, я как бы никогда на нем не ездил. Я ездил, тренировался, но на груженном с экипировкой 25 килограмм, это было очень тяжело. Ну и плюс климат, другая страна, чужая страна, другой климат, очень высокая влажность, жарко, нагрузки высокие. Если мы у нас в Казахстане привыкли к нашим бескрайним степям, к нашим просторам, то в Турции все наоборот, там леса и горы, бескончаемые горы. То есть такой момент был у меня, это по побережью.
9 километров подъем, чтобы вы понимали, 9 километров в гору подъем, 8 градусов, физически не заедешь. Я это 9 километров шел пешком в подъем. Там нету прямого участка, подъем 8 градусов. Я велосипед 9 километров толкал. По времени это где-то заняло 4,5 часа у меня. Забраться, вот, пройти 9 километров с велосипедом, это вот такое. Я хотел про железного коня твоего. Я помню, сам лично провожал и сам лично его собирал. Это огромный велосипед, мы его вот так собрали. Он тебя не подвел? Нет, как я и предполагал, что я за этим велосипедом проделал очень большой путь. Я слетал в Украину, в город Киев, покупал велосипед там. Почему в Киев, почему Украина? Потому что у нас в Казахстане, к сожалению, не развит велотуризм. У нас очень развит велоспорт, но велотуризм не развит. К чему я и стремлюсь? К развитию велотуризма в Казахстане. Потому что у нас есть просторы, где можно ездить, но нету инфраструктуры, допустим. Я летал за ним в Киев, купил этот велосипед. Это компания Fuji, японский туринг, настоящий туринг. Это, если сделать сравнение с машинами, то это Land Cruiser в народе. Надежный, прочный. 200-й или 300-й уже? Это нет, это 80-ка. Легенда. А, 80-ка. Почему 80-ка? Потому что у Fuji вековая история уже, 100-летняя история. Это самый старый бренд в истории мира, велосипедной истории. Нет, велосипед на самом деле не подвел, но отработал на все 100. Единственное, ну, от них никто не застрахован, элементарные проколы. Сколько километров проехал, в общем? В общем, по Турции 2700. 2700. Планировал 3000, но это я, поскольку километраж не вымерял, это я так приблизительно, когда у наших спрашивал, сколько там от Стамбула до Анталии, а от Анталии там до Измира, и как бы приблизительно где-то посчитал, что проедут 3. Ну, 2700 это очень много тоже. Если я проехал это за месяц, это, ну, в день я по соточке выдавал. Ну, это очень хорошее. Да. У нас все есть, у нас есть бескрайние просторы, у нас есть куда съездить. Но у нас велотуризм не развит. Не развит почему? По одной простой причине. Нету инфраструктуры, нету хороших дорог, нету кемпингов, нету ничего. В Турции все есть, но нету велосипедистов. Какой-то парадокс такой, поэтому. Велосипед, он никогда не подведет. Это, соответственно, за ним смотреть и все. Вот, допустим, благодаря, расскажу такой момент, перед поездкой в Турцию я выезжал, активно тренировался в Алматинской области. И возвращаясь уже с очередной покатушки, подъезжая к Алмате, возле Каскелена, возле Стеллы, по нижней трассе, увидел велосипедиста в траве сидящего. Ну, я остановился, колонну остановил велосипедиста, говорю, пойдемте знакомиться, кто такой, интересно. Подходим, он сидит как ниндзя, у него только глаза открыты, весь в черном. Шоссер, я подхожу, смотрю, у него шоссер, велосипед. Шоссер, чтобы вы понимали, это на, ну, на чем ездят велоспортсмены, как уровня Александра Винокурова. Ага. Я такой думаю, как ты умудрился на шоссере с Кызылорды приехать, еще и груженный, привез с собой палатку, вот посуду, это, да. Личные вещи. И вот парень Айбек приехал с Кызылорды, бросил вызов, и он, приехав в Алмату, 1100 километров по автобану, за 8 дней рассказывает мне, говорит, я хочу дальше поехать в ЭКО там или в Нур-Султан. Я говорю, ты на этом велосипеде, ну, не уедешь. Это тебе повезло, что вот это расстояние... Автобан, да, когда автобан, был? Автобан. Да, да. И тебе просто повезло, вот идеально тебе повезло. Вот такие там узкие колеса, да. Сликовая резина лысая абсолютно. Ну, и он сам легкий. И когда он увидел мой туринг, он все сказал. Я, говорит, никуда не еду, я еду домой в Кызылорду, возвращаюсь. Коплю на велосипед, покупаю велосипед. И вот буквально он мне вчера, позавчера позвонил и говорит, я купил новый велосипед, осенью выезжаю уже. Ну вот видишь, в вашей армии уже прибавление. Есть. Да. Люди идут к здоровому образу жизни, занимаются пропагандой здорового образа жизни, потому что, приехав после Турции, увидав, сколько в Алмате катается велосипедистов, откровенно душа радуется. Потому что понимаешь, что этот человек... занятой, занимается спортом, я не знаю, профессионально, любительски, но он занимается, он катается, это уже хорошо. Почему мне это радует? Потому что, ехав по Турции, я откровенно, ну, были такие моменты, когда записывал видео, говорю, где все велосипедисты? Я один ехал по Турции. За месяц своего велопутешествия... Одного только я заметил там был, одного, да? Одного, это первый, да, и то я ему так радовался, и потом еще двоих встретил, и я такой, ну, за месяц три человека, такая страна, как?
Для меня это вот как бы парадокс. Почему нету велосипедистов? Все есть. К примеру, скажу по нашему опыту, но это ни для кого не секрет, что у нас напрочь отсутствует вся инфраструктура, хорошие дороги, там, придорожный сервис. В Турции, вот когда я выехал с Казахстана, я взял с собой палатку. Я думал, буду спать в палатке дикарем. Ну, я думал, в Турции, как и в Казахстане, 50, 100, 150 километров нет населенных пунктов. Угу. А там каждые 15-20 километров города. Города, густонаселенные. Заправки густонаселенные. Ну, и кемпингов очень много, очень да? Очень много. И, опять же, страна с населением практически 90 миллионов. Ну, этого и стоило ожидать, что через каждые 15-20 километров будут заправки. То есть там физически невозможно умереть от жажды или от голода. В Казахстане мы это уже испытали, потому что, да, когда шли пешком, неделю не было сотовой связи, или от населенного пункта до следующего пункта, ну, 150-200 километров, это особенно ВКО. В Актюбинской области то же самое, очень большие расстояния, там одни степи. Это вот здесь Алматинская область, юга, еще как-то более компактно все. А ехать, если ВКО и на запад, это, я говорю, это играть, особенно летом, это чревато, потому что, ну, опасно. Допустим, как пока я в Турции катался, сюда приехал англичанин, который борется с онкологией. И вот он рассказывает, он в Мангыстау чуть не умер от обезвоживания. И не было нигде ничего, да? Ничего нету, никаких родников, ничего, речек нету, попить негде, заправок нету. Соответственно, он говорит, я уже все умирал, уже попрощался с жизнью. То есть человек, который победил онкологию, чуть не умер в казахских степях от обезвоживания. И говорит, меня спасла машина, которая ехала, одна машина, говорит, все, больше нету. Ну, то есть хотелось бы, да, чтобы нашими проектами, нашими усилиями велопутешественников, путников, наши какие-то там республиканские, городские власти создавали какие-то условия, даже элементарно в городе, велодорожки. А у нас вроде бы призывают к пропаганде здорового образа жизни. Ну, как заниматься? Чем заниматься? Вот я не хочу ходить в зал, тягать железки, я хочу кататься. Я хочу узнавать свой Казахстан, наши просторы необъятные. Казахстан – это самое, ну, мы, если не ошибаюсь, на 9-м месте по территориальной, да, да, земле. Да, да, да. Поэтому у нас есть куда ездить. В Турции она удивительная страна. Она красивая, она зеленая, она горная. Ну, опять же, мы все знаем, Турцию омывают 4 моря. Угу. Поэтому это как для турков это дар божий, что у них такая земля. Но у нас тоже есть свое море, у нас есть свои озера. Сейчас пожелания нашим телезрителям. Благодаря вот телеканалу Туран ТВ, вашему телеканалу, Роман Бедалевич, я не охотник, не рыбак, но я всегда с пристрастием смотрел вот этот процесс, особенно охоты, где охотник лежит и смотрит за своей добычей. Пускай даже он ее не убивает, но он за ней смотрит в прицел, и вот это наблюдение. И вот это, так сказать, ваш телеканал, он прививает любовь к нашей природе, потому что мы смотрим, допустим, есть люди, которые не выезжают за пределы города, за пределы области, они не знают, что творится в Казахстане, какие у нас красоты. Да, да. Благодаря вашим программам мы узнаем о Казахстане. Много узнаем. И вот благодаря, повторюсь, вашему телеканалу у меня привилась вот эта любовь к путешествиям. Я увидел. Спасибо. Да, и нашим телезрителям, подписчикам хочу пожелать одного. Смотрите телеканал, наблюдайте за нашими, так сказать, велопробегами, путешествиями, и вы узнаете не только о Казахстане, вы узнаете о мире в целом. Я тоже хотел, Владимир, большое тебе спасибо сказать. Я думаю, что мы опять увидимся. Если я популяризирую спортивную рыбалку, рыболовный туризм, что я делаю вроде бы неплохо, но вот так вот и Владимир справился со своей задачей. Но это только начало. Поэтому все будущие путешествия смотрите на телеканале. Однозначно, Туран ТВ. И это правильный выбор, дорогие телезрители. Будьте с нами, и вы будете знать все планы и где находится наш Дамир. Пока. Спасибо тебе, Владимир, большое. Я рад вам сообщить, что наш велопробег по Турции, приуроченный к 30-летию независимости Казахстана, завершен. С чем нас всех и поздравляю. Хотел бы отдельно
поблагодарить нашу национальную авиакомпанию Flyer Astana, Air Astana. Это наши воздушные ангелы, которые меня благополучно доставили с точки А в точку Б. Точка А – это была Туркестан, доставили в точку Б – это Стамбул. И также по финишу обратно доставили из Стамбула в Туркестан. За что я говорю вам отдельное спасибо. Руководству компании Flyer Astana, сотрудникам Flyer Astana, лучшей компании мы не знаем и лучшей компании мы не встречали. Отдельно вам спасибо от велопутешественника Дамира Кушеева.